Колбочка, колбочка. Прям вырывается. Дома-то неужели не надоест? Одни и те же лица, сидите все время. Тут что-то новое узнаешь. Будешь знать, о чем молиться. Прям выскакивается катапульт. Так, поближе сюда. Поближе подойдите. Ну что, наши старички там сели-то? Я кого буду называть, сразу подойдите, чтобы будет разговаривать. Очень важное для вас объявление. Сегодня занятие, как всегда, в час дня, наверное, будет. Объявлять-то Лены нету, но так ничего не меняется в школе, в спортзале. В деревне 4 дома, в которых есть скотина. Хозяева, подойдите сюда. У кого есть скотина, пастухи, вот сюда, подойдите. А где отец, мать? Они уехали в табуны. Табуны, к родителям, да? Так. Мне кажется, еще кто-то должен. То у вас трое, а где четверочек? Вон. Так, Люда, сюда подойди. У кого коровы, овцы там пасутся, рядышком будем разговаривать. Вот вы сейчас слышали из троицких листков, многие носят название христианина, а это только обман. Иоанн Златоуст говорит, для многих слово христианин есть обман, ведущий в заблуждение других. И перечисляли, вот сейчас только слушали зачитанную проповедь, и то не так, и это не так, и это не так, за врагов не молятся. Даже благодетелям зло стараются сделать. Слушайте внимательно. Как вы думаете, я вам какое зло сделал? Самое ближайшее хотя бы время. В течение, вот как я приехал. Претензии какие-то ко мне есть у вас? С 10 июня, как приехал, потому что неприятный разговор будет для вас. Так, второй вопрос. Кто пас у тебя? Где они? Дома. А? Дома. Безбожники дома. Во время службы. Это безбожники. Вырастил безбожников. Неужели нельзя было поднять? Они молятся. Ну? Чем? Они так. Молятся у Нины. У вас кто пасет? Только ты один? Да. Вот тебя кто пасет? Все. По очереди. Ну там все они. Никита, Исаки, Лиза, Анфиса. Понятно. Четверо. Так, у вас кто пасет? Ну, я, Василиса, папа. А еще кто? Веня. Иногда. Веня иногда. Суть вот в чем. У нас готовилась большая работа по первому-второму мостику. Мы завезли, приготовили сваи. Сваи это такие столбы, заостренные, потом просмоленные, как. И туда мы свозили. Ни одно, ни две, а 160. Это большая работа была проделана. Главная работа, помощь, это брат Роман, малыш, сделал. Я прошел по деревне в каждый дом. Далее просил старосту, просил батюшку еще объявить. Не гонять скотину туда, пока мы не закончим работу. Речь идет в воде. Никита, раздетый вот так в воде, натягивает проволоку. Проволока, соединенная между собой, торчат вот такие заусеницы. Проволока это... Шестерка. Вымя сразу пропорит и оторвет. Корова уже не знает, как вытаскивать. К вам ходил? Так, у вас был? У вас был? Был. Мы первый мостик закончили. Благополучно.
непонятно почему от Устиновых никого не было. Видимо, Володя проехал, прокричал, и никто не пришел. 18 человек нас было. Камни растаскивать, ну все успели сделать. Закончили. Получилось не так, как мы думали. Какие мои расчеты, они оказались неподходящие. Кирпичом, чтобы, вот как у нас сделано, должно быть железом огорожено. Так, чтобы вода капли не попадала с двух сторон. Выкачать воду, выскрести всю грязь, заложить фундамент. Ну разве мы это можем сделать? И поэтому мы кирпичи привозил, вот Терентьев там все работали, и туда забрасывали. Ну, я думал так, он, чтобы ему проехать бульдозеру, ему у нас три машины запасные были вывалены сбоку. И здесь, кажется, две, ну пять машин, да, машины полные были. Он их сдвинет, заполнит выше, чтобы проехать 17 с лишним тонн. Он так и сделал. Иначе ему не проехать. Я думал, теперь он повернет назад и снимет слой, какой надо до воды. Не тут-то было. Он снимает, сразу тонет. Оно вил, уходит, и все вот так трясется. Пришлось заново все возвращать. А потом еще сверху бута. Ну, ты был, видел всю эту работу. Как? Проходит неделя. А тут задержка. Сломался бульдозер. Алексей Усинов звонит. Непонятно, когда приедут. Наконец начальник приехал в воскресенье, неделю назад. Чернышов Валерий Владимирович. Привозят, ну вот сейчас тут есть бульдозерист. Ну, кажется, начали работать. Только приходим туда, я смотрю. Слушайте внимательно. Сейчас дня занятия. Привезти всех пастухов, дома сейчас дознание сделайте. Кто делал? Кому я зло сделал? Мы привезли туда, Игорь дал сено, хорошего сена. Сено жгут, сваи зажгли. Головешки только лежат. Это, как понимать, это не просто какая-то ошибка, шел, подскользнулся. Это злодеи растут. Это не просто шпана прошла мимо. Злодеи. Кто спички брал? Брал с собой спички хоть раз? Ни разу. Перед Богом все будет, известно. Если ко мне имеете дело, а если бы... Делал это Игорь, твои бы делали это, чтобы тебе навредить. Так я делал это не для себя, а же для вас. Каждый день он работает, машина ломается. Туда-сюда начальник снует. Дожди, работать в это время нельзя. Он грязь одна, как он повлечет за собой. До обеда выясните, до часу дня, приведите пастухов. Мы должны с ними побеседовать. Я показал вам, ты видел головешки? Головешки, вот такие остатки, которых есть. Большой блок лежит, который вы привозили, они внутрь его затолкали, отверстие такое, и блок лопнул, разлетелся. Это надо? Это что, голодный или что был? Ты думаешь, как это, кто мог сделать? И тут же лепешки коровьи, все. Это нет, оттуда прохода нету, там прорва была, прорва вообще прохода нету. Ниоткуда, мы заблокированы. Это были только пастухи. И они нарушали, прогоняли, а во-вторых, делали то, что несообразимо здравым смыслом. Дождик начинается. Но я еще раз хочу сказать. Пожалуйста, и придите, я для вас приготовил, для всех в деревне интересный подарок, даром. Притом подарок на несколько лет. Я эту неделю несказанно разбогател одним делом. Мы сейчас готовим, чтобы это сделать так мудро. Никто не откажется. Значит, расследовать и прийти. Сейчас у меня дождь.